Привет, друзья, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Я нахожусь в Алании, прямо на пляже Клеопатра, вот это пляж номер один, так что, если здесь будете, знайте, что съемка проходила прямо здесь. Мы готовимся к новому сезону вместе с местными работниками и отдыхающими. Сейчас я делаю видео для того, чтобы вы могли понять, как же здесь все это происходит на деле. К чему готовиться, чего ожидать, надоели ли местным отдыхающие из России или Украины или Беларуси. Будем задавать провокационные вопросы и получать ответы, потому что скоро сюда приедет очень много людей, и вот все это место будет усеяно отдыхающими из разных стран. Кто прилетает на самолете, кто приезжает на машине, кто вплавь, кто пешком. Короче, приезжает по-разному, но все добиваются одного позитивного и конструктивного отдыха. Мы это сегодня все обязательно узнаем, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео со своими друзьями. Надеюсь, что им это будет полезно. Так что начинаем. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Михаил, а это моя супруга Екатерина. Очень приятно. Вы откуда приехали? Мы приехали из города Казань. Из города Казань. Скажите, пожалуйста, ребята, как вам здесь отдыхается? Мы здесь пока что второй день, вчера вечером только приехали, но нам все очень нравится. Все очень красиво, колоритненько. И немножко добродушно, да. Люди очень добрые, отзывчивые. Мы сначала думали, что будет немножко иначе, но мы были приятно удивлены. Безопасность. Как тут с безопасностью? С безопасностью, ну, по крайней мере, мне кажется, что все очень хорошо. Все спокойно. Все спокойно, все смотрят, спокойно, все вежливо. Да. На дорогах, конечно, быстро ездят, но мы, у нас недалеко трасса, так показалось, что быстро. Что за эти два дня больше всего вам запомнилось? Пока вот эти, вот этот район с улочками нам очень понравился. Мы приехали на автобусе, сами приехали спокойно, да. Прям, ну, мне кажется, что попали куда-то в частичку Европы. Что не понравилось? Нет, да пока не было такого. Пока все нормально. Сколько денег у вас уходит в день на ваши развлечения? Пока мы потратили... Нам сложно сейчас будет, конечно, сказать полностью. Пока, ну, примерно. Ну, рублей пока что сейчас сколько у нас? 15 часов времени. Но рублей, наверное, 800 мы потратили пока что. Я понял. А где остановились? А остановились в Майсе Хотел, он находится в Абасала. Спасибо большое за то, что уделили время. Вот моя визитка. Буду рад с вами увидеться. Так что, когда будете приезжать, обязательно обращайтесь. Спасибо. Спасибо. Сейчас мы пообщаемся с человеком, которого я встретил на велосипеде. Вот здесь катается эта девушка. Вы отдыхаете в Алании? Я отдыхаю в Алании. Очень мне все нравится. Сегодня я хорошо провожу время. Катаюсь, гуляю на море, наслаждаюсь пляжем, наслаждаюсь морем. Очень тут красиво. Сколько вы тратите денег в Алании? Сколько? Недорого. Дешевле, чем в Европе. Не, совсем недорого. Вы откуда? Я из Финляндии. Вы учитесь, работаете? Я студент. Какая профессия? Я практикующий доктор. Как вас зовут? Меня зовут Милена. Thank you, Milena. Thank you. Good luck. Rejaderem. Kolagilsin. Bye-bye. Bye-bye. Находимся прямо в центре Алании, и я познакомился с очередными интервьюерами. Сейчас будем узнавать, как их зовут. Здравствуйте, как зовут вас? Давайте знакомиться. Юра. И Тоня. Юра и Тоня, вы откуда? Мы из Твери. Из Твери. Меня зовут Назар Давыдов, вот моя визитка, у меня свой YouTube-канал. И в нем я рассказываю о полезных вещах, которые касаются отдыхающих и тех, кто собирается переехать. Скажите, пожалуйста, что вы здесь делаете в Алании? Мы здесь отдыхаем, купаемся, загораем. Мы просто наслаждаемся жизнью. Бывали раньше здесь? Конечно. И какие различия между прошлыми приездами и этим приездом? С каждым разом становится все лучше и лучше, потому что российских туристов все больше и больше. А вы из какого города? Мы из Твери. Какая у вас сейчас там температура?
3-5. Тепла. То есть, ну, здесь, учитывая то, что вот на солнышке 25 градусов, тут градусов на 20 уже теплее точно. Купались? Что вы в этот приезд планируете делать? Мы уже большую часть. Мы хотим отдыха. Съездить на пару экскурсий и уже уехать отсюда, потому что соскучились по дому. А какие экскурсии, если не секрет? Ну, какие-нибудь городские, плюс Памуккале. А были за это время какие-то неприятные трения? Ну, хоть какие-нибудь. Вот самая неприятная история за все время ваше пребывание в этот раз? Вообще не было. Вообще ни одной? Да, ни одной. Ну, слава богу, вы позитивный человек. Желаю вам хорошо отдохнуть. Спасибо, что согласились дать интервью. Спасибо, до свидания. До свидания, удачи, до хорошего отдыха. Значит, друзья, мы выясним у местного населения, как готовиться к сезону. Каким будет сезон? Какой будет сезон в 2020 году? I think it will be best season this year. В этом году, в 2020, будет хороший сезон. Мы ждем всех россиян. У нас тут все спокойно. Нет никаких проблем. Как говорят СМИ, тут все тихо и спокойно. Ни проблем в связи с Сирией. Мы желаем всего наилучшего для России и Турции. Нам очень нравится, когда приезжают к нам в гости русские. Добро пожаловать в Аланию. Вы считаете, нет проблем? Все нормально, это все политика. Но люди есть люди. Русские хорошие люди, турки хорошие люди. Мы будем дружить, как и раньше. Мы рады, когда к нам приезжают магазины русские. Мы зарабатываем, это наши деньги. Как вас зовут? Ибрагим. Кола Гельсин. Горячерез. Очередной вопрос очередному интервьюеру. Здравствуйте, как зовут? Скажите, пожалуйста, какой самый удачный месяц в году для отдыха? Июнь или июль – это лучшие месяцы, может и август, но сентябрь обычно тоже очень хороший. Вы можете приезжать в любое время, хоть все люди, приезжайте. Thank you very much. Okay, nice to meet you. Я люблю русскую мафию. Я люблю всех. Любите русских девушек? Да, я люблю русских девушек. У меня жена Наталья, русская. Откуда Наталья? Из Москвы. Как вы думаете, будет проходить сезон в плане бизнеса? Русские приедут, будет хорошо. Не приедут, будет плохо. Мы хотим, чтобы русские приехали. Если русские приедут, хорошо. Если не приедут, мы не будем зарабатывать. А если русские приедут в Турцию, могут быть у них проблемы? Нет, не будет проблем. Мы все очень дружелюбные. Пожалуйста, Россия, приедут Алания. Турция. Я очень-очень люблю Россию, люди. What is your name? Метин. Метин. Метин Бей. По-русски Мартин. Мартин. И по-итальянски Мартин. Скидки есть. Скидки есть. Скидки есть. Так что приезжайте. Europa people 20 евро, Russian people 5 евро. Thank you. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск. Вся контактная информация в описании. Пишите свои вопросы в комментариях к этому видео, ставьте лайки и задавайте вопросы. Так что увидимся. Пока.